собственности предполагает не только права, но и обязанности. Обязанность содержать, обязанность обеспечивать безопасность данной собственности, эксплуатацию ее для, скажем так, окружающих лиц, то мы первым, скажем так, таким иском, который мы предъявили, был иск по собственности частных лиц, зарегистрированных в уничтоженном в 2008 году доме Русова. Это, скажем так, те первые иски, которые мы предъявили. Пока мы находимся в стадии судебных разбирательств, но мы это сделали. Для того, чтобы это сделать, и мы видим, что для того, чтобы это сделать, то есть для того, чтобы территориальная громада предъявила иск в суд с требованием прекратить право собственности, необходимо собрать определенные доказательства и провести определенную работу. В частности, поэтому мы предлагаем принять решение, которое, в частности, основывается на полномочиях исполнительного комитета и Одесского городского совета, а именно это закон о местном самоуправлении в Украине, который предусматривает, что исполнительные органы здійснюють відповідно до законодавства контроль за технічним станом, використанням та утриманням об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, а також здійснюють контроль за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності. Тобто ми розуміємо, що у нас є повноваження, і хотілося б ці повноваження знайти той механізм, по якому той путь, по якому б всі органи, исполнительні органи міського совету, кожен в своїй частині виконував ті необхідні работы, меры, которые необходимы для предъявления иска. В частности, этим решением предусматривается, что Департамент архитектуры и градостроительства на постоянной основе будет проводить этот мониторинг. То есть нет конкретного срока, вот в течение месяца дайте нам полный перечень. Эта работа должна осуществляться на постоянной основе. Это первое. Второе. Задача, конечно же, первоочередная, заключается в том, чтобы заставить собственника самостоятельно за счет своих собственных средств восстановить разрушенные, уничтоженные недвижимые объекты архитектуры. Поэтому именно для этого решением предусмотрено, что до предъявления иска в суд должна будет проводиться, скажем так, досудебная работа, а именно департамент архитектуры и градостроительства будет выявлять такие объекты, безусловно, согласовывать это с курирующим первым заместителем городского головы, направлять соответствующие уведомления собственникам, проводить работу для того, чтобы проводить с ними встречи на предмет восстановления по срокам, по тому виду, скажем так, по которому они могут проводить соответствующие работы. Если же собственник категорически будет отказываться не идти на встречу, не осуществлять никаких действий, которые действительно подтверждают намерение восстановить объект, то тогда этим решением исполнительного комитета предусмотрено, что Департамент архитектуры и градостроительства будет заказчиком соответствующего экспертного выставка, который необходим как одно из доказательств для предъявления иска в суд. Висновок про технічний стан об'єкта, що підтверджує його знищення, тому що основание прекращения права собственности, мы понимаем, что собственность защищается Конституцией Украины, другими законами Украины. Есть четкие основания для прекращения права собственности, предусмотренные в частности в 346 статье Гражданского кодекса Украины. И одним из оснований прекращения права собственности является знищення майна. Таким образом, важно будет, конечно же, подтвердить, что есть основания для прекращения права собственности, то есть есть знищення майна. И это можно подтвердить, безусловно, исключительно висновком соответствующего эксперта, имеющего полномочия проводить такие экспертизы. Почему мы будем предъявлять такие иски? Потому что мы будем предъявлять такие иски в отношении тех объектов, которые размещены на городской земле, то есть не на земле частной собственности. Потому что для предъявления иска о прекращении права собственности на разрушенный объект необходимо
подтвердить право на иск. Право на иск имеет лицо, чьи права нарушены. Соответственно, при предъявлении такого иска Одесский городской совет может претендовать на удовлетворение, скажем так, такого иска, если будет обосновано, какое именно право нарушено. Мы исходим о нарушении права собственности на землю, на которой находится такой объект. С учетом того, что ни один город не может похвастаться соответствующей судебной практикой в его пользу. Мы это должны понимать. Есть решения, в том числе суда кассационной инстанции, но участниками спора не был орган местного самоуправления. Поэтому сегодня те два иска, которые мы предъявили в отношении собственников уничтоженного дома Росова в 2008 году, это первые такие иски, которые сейчас рассматриваются. Мы понимаем также, что, конечно же, может быть, не во всех случаях, но собственники будут пытаться отстоять свое право собственности в суде, и в случае проигрыша в первой или во второй инстанции наверняка будут апелляции и кассации. С нашей стороны так точно. Поэтому этот вопрос, скажем так, действительно растянут во времени, потому что будет проходить все три судебные инстанции, но мы хотели бы определить сегодня механизм взаимодействия между исполнительными органами городского совета. В этом же решении предусматривается представительство интересов при предъявлении иска, которое будет обеспечивать юридический департамент. Также мы указываем, что в случае прекращения права собственности, опять же, прекращение будет происходить на основании судебного решения юридическим департаментом, вследствие чего затем данный земельный участок, принадлежащий городу, необходимо будет, скажем так, расчистить от тех остатков объекта, если таковые там имеются, и уже Одесский городской совет будет рассматривать вопрос о дальнейшем использовании этого участка. Либо там будет построен объект коммунальной собственности, либо этот земельный участок будет сформирован и, например, выставлен на земельные торги. Но то, что это необходимо сделать, и то, что необходимо наладить такое взаимодействие, определить, кто что делает, скажем так, по заходам. Опять же, если говорить о проведении экспертизы, департамент архитектуры и градостроительства будет ее заказывать. Соответственно, сроки зависят, безусловно, от эксперта, от объекта. И мы указываем в пояснительной записке в том, в том числе, что у нас есть риски. Безусловно, у нас есть риск. Какой? Мы будем заказывать экспертизу, мы будем осуществлять представительство интересов, оплачивать судебный сбор, скажем так, достигая желаемого результата, это прекращение права собственности тех лиц, которые не хотят восстанавливать свой объект собственности. Но гарантировать, безусловно, 100% успех, что судебное решение будет именно в пользу Одесского городского совета, конечно же, ну, скажем так, это некорректно. Поэтому мы говорим о том, что есть риск в каждом отдельном случае, в каждом отдельном судебном деле. Суд будет разбираться, мы будем доказывать свою позицию, безусловно. Суд будет разбираться, и уже решение, конечно же, будет зависеть от того, от тех обстоятельств, тех дела, от того, какое решение будет вынесено судом. Я прошу, уважаемые члени исполкома, я прошу врахувати пропозицію, яка була озвучена на погоджувальній раді членом виконавчого комітету Трипольським Григорієм Яковичем, та доповнити до назви і по тексту цього рішення, доповнити словом «нерухомих об'єктів архітектури». З приводу доручень, які надавалися для розгляду цього питання, то вони надавалися, зокрема, і 28 вересня 2020 року на апаратній раді, потім додатково розглядалося ще раз на апаратній раді, і були протокольні доручення, я не знаю, чи були ви присутні на відповідній апаратній нараді, але в мене є ці протокольні доручення, які були належним чином оформлені та опрацьовані департаментом архітектури та містобудування, а також юридичним департаментом. Однак у зв'язку з тим, що у зв'язку з виборчим процесом, у зв'язку з тим, що не було ще на першій сесії
обрано новий склад виконавчого комітету, тому саме зараз на першому засіданні виконавчого комітету в новому складі розглядається це питання. З приводу того, що ви робите, когось ви там лишаєте права собственності і так далі. Я ще раз хочу підчеркнути, що это решение исполнительного комитета не о лишении права собственности, и собственность прекращается в порядке и, в тех случаях, которые предусмотрены исключительно законом. И прекратить право собственности сегодня может только суд на основании судебного решения, вступившего в законную силу. Поэтому не может идти речь о каких-либо злоупотреблениях, потому что даже если чисто теоретически их себе представить, в любом случае будет выносить решение суд, и мы не исключаем, что, безусловно, если требования будут необоснованные, незаконные, соответственно, суд будет отказывать в удовлетворении данных требований. Поэтому у нас многие процессы решаются на сегодня, к сожалению, в судебном порядке. Поэтому мы сегодня говорим о том, что эту работу проводить необходимо. И работу проводить необходимо именно в тех случаях, когда объект знищено. Не тогда, когда нам не нравится его окно, фасад или еще что-то. Речь идет об уничтоженных объектах и, соответственно, при наличии висновка эксперта про его знищення. Тому що підставу, я ще раз хочу зазначити про те, що є підстава для припинення права власності, і вона передбачена не рішенням Одеської міської ради чи виконавчого комітету, вона передбачена законом. Але на сьогоднішній день складається ситуація, за якою стаття 346 Цивільного кодексу «Знищення майна є підставою для права власності». Якщо ми відкриємо інший закон про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно і подивимося, а який порядок припинення права власності у зв'язку зі знищенням майна. Так ось є два порядки припинення права власності у зв'язку зі знищенням майна. Це коли власник особисто подає таку заяву до державного реєстратора і тим самим вилучається цей запис із державного реєстру. Але цього не відбувається. Ми бачимо, що цього не відбувається. Особи знищують своє майно чи нічого не роблять для того, щоб воно не знищувалося, але при цьому залишається цей запис в державному реєстрі. І це призводить до того, що земельна ділянка територіальної громади фактично зайнята якимись руїнами. Тому інший порядок, за яким можливо вилучення цього запису, це лише рішення суду. Тому саме суд у кожному конкретному випадку буде вирішувати, чи є підстави для задоволення такого позову, чи вони відсутні. Це не буде вирішуватись окремою посадовою особою місцевого самоврядування на сесії, ні, виключно за рішенням суду. Далі, хотілося також зазначити про пам'ятки культурної спадщини. Мова йде в першу чергу, у цьому рішенні ми не визначаємо, це пам'ятки культурної спадщини чи це не пам'ятки культурної спадщини. Ми говоримо про нерухомі об'єкти архітектури, в які, зокрема, якими, зокрема, і є у тому числі пам'ятки культурної спадщини. Але з приводу об'єктів, які не є пам'ятками культурної спадщини, то ми розуміємо, що нам буде простіше, безумовно, подати такий позов і припинити право власності. З приводу припинення права власності на об'єкти культурної спадщини, зокрема, про який ви зазначили, поряд з цією адміністративною будівлею міської ради, то це пам'ятка культурної спадщини взагалі національного значення. І тому органом управління відносно цієї пам'ятки є на сьогоднішній день Міністерство культури. Тому з приводу припинення права власності
власті на такі об'єкти і вироблення механізму припинення. Ми будемо узгоджувати це питання з Міністерством культури, тому що тут же йдеться про, в тому числі, національні пам'ятки, і сьогодні чітко визначити, що можливо буде пройти таку ж саму процедуру, як і на непам'ятки, я зараз не можу це сказати, тому ми будемо отримувати роз'яснення, консультацію Міністерства культури, що робити у тому випадку, коли знищено саме пам'ятка культурної спадщини національного значення. Сроки этих собственников, Алексей Николаевич, да, уже прошли, потому что они как собственники должны были, обязаны были обеспечивать надлежащее содержание своей собственности. И поэтому сегодня это решение направлено не на то, чтобы прекратить право собственности этих собственников, а в первую очередь на то, чтобы они согласились восстановить свою собственность за счет собственных средств денежных. Поэтому, безусловно, если собственник будет согласен на то, чтобы восстановить этот объект, и априори будет согласен, и если ему для этого понадобится кому-то месяц, два, три года, но если он хотя бы будет согласен, это будет говорить о том, что и начнет совершать какие-либо действия, то, конечно же, нет смысла предъявлять иск в суд, потому что целью этого решения является в первую очередь заставить собственника выполнять свои обязанности по надлежащему содержанию, безопасному, безопасной эксплуатации своей собственности. Те же собственники, которые не будут, скажем так, вообще отвечать, будут не найдены. И опять же, даже если они будут не найдены, пока не будет экспертизы, которая докажет, что техническое состояние объекта и позволит нам обратиться в суд, предъявление иска тоже будет невозможным. Поэтому, если говорить о времени, то с учетом переписки с собственником, с учетом проведения экспертизы, это, безусловно, несколько месяцев. Дело в том, я еще раз повторюсь, что когда мы получим уже какие-то официальные разъяснения в связи с кадровыми перестановками, там тоже, честно говоря, министерство пока не с кем, вот не у кого именно действительно получить разъяснения по поводу памятников культурного наследия, особенно национального значения, с учетом того здания, которое мы рядом наблюдаем. Поэтому мы будем получать такие разъяснения, потому что если говорить, допустим, по дому Русова, то дом Русова – это памятник культурного наследие местного значения. И мы в свое время обращались в облгосадминистрацию с соответствующим письмом, получили разъяснение, то есть там было более-менее понятно. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, что даже по дому Русова мы сегодня находимся пока в суде первой инстанции. Но мы говорим, с учетом того, что предпосылкой для подготовки были именно протокольные поручения, которые были наданы городским головой на аппарат совещании, где рассматривался вопрос именно по Доволановскому спуску. Да, это, скажем так, послужило основанием для рассмотрения такой глобальной проблемы в целом. И мы понимаем, что у нас помимо и в первую очередь эта работа, безусловно, будет проводиться как раз в исторической части города. И мы хотели бы начать такую работу по объектам, которые не являются памятниками культурного наследия, вот в первую очередь на Доволановском спуске размещены. По объектам культурного наследия, если в процессе получения разъяснений, когда мы будем понимать, как это можно будет сделать, то мы будем, безусловно, вносить новые предложения либо по дополнению этого решения, либо отдельно. Если на земельном участке расположено государственное имущество, соответственно, или, допустим, собственность Одесского областного совета, то у Одесского городского совета не будет права на иск, потому что соответствующая земля тоже принадлежит либо государству, либо территориальным громадам области, и, соответственно, у нас тогда априори
не возникает право на иск. Поэтому речь идет о тех объектах, которые расположены на земле территориальной громады города и принадлежат, соответственно, частным лицам. Это первая часть вопроса. Вторая в отношении процента. Да? Понимаете, вот если читать букву закона, то закон не определяет, какой процент при этом должен быть. Поэтому, безусловно, это эксперт должен определить, який саме є процент залишків, скажімо так, так, технічного стану цього об'єкта, і чи дозволяє це дійти до висновку, що фактично об'єкт знищено. Це має відповідний фахівець відповісти. Якщо ми говоримо про, наприклад, будинок Русова, то безумовно ми бачили, що нема поверхового перекриття, нема даху і таке інше, але все ж таки якісь були залишки. Але експертиза, яку ми отримали, на нашу думку, дозволяє нам припиняти, точніше вимагати припинення права власності тих осіб, які були власниками станом на 2008 рік. Тому це, безумовно, у кожному конкретному випадку буде розглядатися. В першу чергу мова дійсно повинна бути про об'єкти, які не просто знаходяться у стадії руйнування, вони знищені як об'єкти нерухомого майна, які не функціонують і не можуть функціонувати, і для відновлення яких мають відбуватися фактично нове будівництво. В пункте 1.1 определяется, что департамент сначала выявляет, направляет затем собственнику объекта требования по его восстановлению. Если собственник отказывается, то тогда департамент архитектуры выступает заказчиком соответствующего экспертного выставка, потому что без его наличия априори невозможно предъявление иска в суд. Это будет одним из основных доказательств при предъявлении данного иска. А потом уже четвертым подпунктом предусмотрено, что направляет до юридичного департаменту відповідні матеріали, у тому числі висновок експерта, для вжиття подальших заходів реагування. Безумовно, ми, там, юристи, практикуючи, знають про те, що це не означає, що і у ході судового розгляду може бути призначена судова експертиза. Ми розуміємо, що ще можлива і експертиза, на якій може наполягати, наприклад, відповідач, і також і під час розгляду справи судом. Але для того, щоб пред'явити такий позов, ми маємо мати доказ того, що об'єкт знищено.